привет, друзья, и вам, враги, тоже привет. Мы сегодня гуляем с кем? А? С кем? Сыры с Анной. Она просто пришла, она принять мусульманскую веру. Мы тут проходим такую огромную красивую мечеть. Это реально типа главная, да, мечеть? Ну, да. Почему? Что большая? Что большая, видишь, она недавно построена. Прочитай, что там написано. Ну я что-то принимаю, еще не оплатила языком. Ты еще арабский не учишь? Ира собралась просто в Арабские Эмираты уезжать. Да, поэтому хочет сделать польскую рабочую визу. Чтобы уехать в Арабские Эмираты. Прыгай на велосипед. Такой, а, вот это прикольно. Ну да, классно, кстати, мечеть такая красивая. А мы на самом деле идем с Иланой. Она меня пригласила в еврейский музей какой-то, да? Еврейский музей, центр толерантности. Вот центр толерантности. Вот, видите, он одел? Вот таким вот. С которым надо быть толерантным, ну потому что ничего не поделать. Да. Жизнь их не пощадила. Да. Ну, а ну, толерантность это все. Там некрасивые люди как-то, и нужно толерантным быть. Нам, красивым людям, к вам, нужно толерантным. Что ты там это, блядь, танцы или что-то танцы? Волосы там свои вплетают. Тут что, и глаза покажи запитые. Вообще что ли? Хватит нам мне рекламу делать, это еще ни разу процент продаж своих видео. Мы встретились, а я правду всегда только говорю, мы встретились, я говорю, Ир, ты что такая запитая? А она говорит, я от жары опухаю. Да. Типа не ест ничего, ну здесь как-то красивенько. Вот это с собой надо. Я могу прямо вот так поднять, так вообще красавица. Боржоми. Конечно. Ага. Дома набралась, потом что я ржавая боржоми. В смысле ржавая? Ну что, какая-то это... Замызганная. Ты странный. Настоящий боржоми? Настоящий боржоми. Или из-под крана налито? Настоящая боржоми из-под крана из Грузии. Как всегда, стройка, ремонт, что-то здесь. Может, здесь еще одну мечеть строят? Здесь строят олимпийский же. Новый? Олимпийский снесли, его будут строить заново. Или что-то другое на этом месте. Олимпийский. Вот тут, кажется, подходит. Да снесли его тут. А, точно. Вот этот большой... Да, я же туда ходил 200 лет назад на концерт Мадонны. Да, пойдем. Точно, я в Олимпийский ходил. На концерт Мадонны я там был. Да, и мечеть как раз рядом была. Офигеть. А я даже не знал. Все, его разобрали. И новый Олимпийский, типа, просто... Я не знаю, что там строят. Наверное, новый Олимпийский. Можете почитать. Вон паспорт застройщика. А, вон паспорт застройщика. Да, реконструкция спортивного комплекса Олимпийский. Вон, видите, написано. Ну все, хватит сроки людям показывать. А я смотрю, какого числа. О, вот это... Начало март 2019, окончание июнь 21. В смысле, в июне уже должны построить? У них даже ничего нету. Июнь 2021 года, кажется, написано. Ты ошибаешься. Уже сейчас, июль закончился. Вот сейчас даже специально перебегу, посмотрю. 21 или 31, что ли? Да. Окончание строительства июнь 2021 года, да. Окончание строительства июнь 2021 года. Реконструкция, типа, а не стройка. А где он сам-то? Так вон он, Олимпийский, ты ку-ку. Вон он живой стоит за ним. Это не он. Это он. Боже, ну какие у меня тупые друзья. Вон он, Олимпийский. Это не он. Ты чё? Он стоял в дороге. Маленькая врушка. Тебе вот сюда нужно идти. Найти психолога, психотерапевта. И тогда все у тебя будет хорошо. Покойся, мне так все прекрасно. Нет. Одела белое платье, типа под венец собралась. Что? Я говорю, одела белое платье, как будто под, не... под, не... Блядь.
Венеция. По-моему, кто-то из нас другой запил. Я вообще шикардосенько выгляжу. Шикардосенько. Я правда пока... Расскажи, как мы себя утром встречали. Конечно, ты шикарный. Я, короче, пью Синол. На Валбере заказал. Там, короче, такие отзывы хорошие. Все, типа, очищает там желудок от всяких паразитов, излишки еды, типа, когда там остаются годами у вас там в животе, там, и так далее. И я дня три, короче, его пью, там, чайную ложечку, полторы чайной ложечки на ночь. И утром просыпаешься, и минут через пять сразу идешь в туалет, сразу у тебя все вообще очищает шикардосно. Где она там? А, вон идет. И все, типа, вообще шикарно. Три дня у меня работало. А тут, короче, мы с Ирой встречаться. Мне выходить из дома. Что она там, пока все не перефотает. И у меня просто, как давай, короче, как из ведра лить. Живот весь закрутило. Я уже бегу, короче, на автобус. Три раза сходил в туалет, бегу на автобус. Сел в автобус, проехал две или три остановки. Понимаешь, что у меня опять просто капец, как крутит живот. И пришлось, короче, обратно вернуться домой. А она уже там практически приехала. В итоге, дай. Да. Я всегда говорю только правду. И в итоге, короче, ей пришлось до меня доехать, там, до Кутузовского. 40 рублей по просто она хотела очень именно на Кутузовском Магнолии купить кофе. И все, и в итоге у меня все нормально. Я там раз 7-8, наверное, сходил в туалет. И все, и спокойно такое все остановилось. Так что такое. Все прекрасно, да? Да. А с завтрашнего дня у нас Собянин сделал в супермаркете отмену. И с завтрашнего дня уже можно будет сидеть спокойно не только на этих, но и в рестораны ходить. Ой, ну мы в ресторан ходим там. Мы ходим-то раз в полгода. Вот и пойдем. Уже но полгода прошло. Но просто летом чаще. Ну вы этот, который, помнишь, ты рассказывал. Но на цветном, да. Да, он некрасивый. Он просто, вид. Он просто какой-то там вон, видишь, это индийский театр, ресторан. Вот. Всякие у них зверюшки. А, вон там типа слоника, ага. Просто какой-то индийский ресторан, и там индийская всякая еда. Но там прикольный балкон, типа с видом хорошим. Там типа все недорого стоит. Ну, поэтому можно сходить что-нибудь. Вон то поди, что ли, нет? Нам куда идти-то еще? Нам еще идти. Ты ж гулять хотел. Ну, гуляем. Главное, чтобы меня опять не пронесло. А то я не взял с собой ни памперсы, ни прокладки. А есть, интересно, анальные прокладки, чтобы от поноса? Фу, это же... Это, у тебя же интоксикация организма будет. От прокладок? Нет, от того, что вот эта гадость не может из себя принести. А-а-а, ну типа какие-нибудь тампоны анальные. Кошмар. Фу-фу-фу. Ой, там зелен. Так что такая. Мы идем с вами болтаем, и небольшая экскурсия. Ну, практически по центру Москвы, да? Это центр считается или нет? А, ну мы можем пешком дойти и посидеть, кстати, там что-нибудь пожрать в этой. Сейчас еще нельзя, с понедельника. А, точно. А может на балконе можно? Ну, кстати, можно. А, вот, кстати, этот. Черный вход, да? Театр Дурова. Фото и видеосъемка запрещена, не стучать. Вход в зрительный зал строго по времени, указанному в билете. После начала сеанса вход в зал запрещен. Дети, независимо от возраста, проходят по отдельному билету. Короче, все запрещено, ничего нельзя. Что за театр такой? Непонятно. Театр, вот именно что театр Дурова. Там что-то, конечно, все запрещено. Снимать запрещено, заходить запрещено, в зал запрещено, то запрещено. Ты можешь отвлечь просто животных вспышкой, а, и может, ну ты да. Не выключишь, и что-то еще такое. Вот, видишь, дело. Здесь 908. Это же, ага. Не актеры, это животные, не страшные. Владимир Леонидович Дуров. Вот. Вот, Главное управление культуры, исполкома Моссовета, Театр зверей имени Дурова, Музей театра зверей имени Дурова и Малая сцена театра зверей имени Дурова. А вот главная дура.
А, большая сцена, и малая сцена, и все, что хочешь. Театр «Уголок» дедушки Дурова приглашает вас. Погодите. Ты ж гулять хотел, Зай. Что-то жарко. Что-то жарко. Че зонт не взяла. А жарко-то? Ой, ну где твой олимпийский-то? Олимпийский-то стоит. Он под землей будет. Под землей олимпийский. Его опустили вниз. Котик и бармотик. Ну да, видимо, это олимпийский стрит. Возможно, я ошибся. Здесь я могу сказать точно. И ладно, Ирочка права. Да-да. Лекция. Сразу чувствуется, да, театр? А что, воняет? А ты что, не чувствуешь? Нет. Там прямо, ну как, вот когда животные живут, они все равно пахнут. Иди сзади, скажи, я главная дура. Дурова. Кстати, она на воде, чем там... Это театр армии. Нет. Он сверху в форме зверей. Советская армия? Да. Можем, кстати, зайти сейчас в Екатерининский парк. Посидеть где-то. Потому что наш музей до 10 вечера все равно работает. Ну, пошли где-то посидим в парке, я покурю. Ну, поэтому, а вот так надо идти. Да. А, ну там пошли. Вот так.